бараны перезимовали в погребе. Вот в таком виде я их вытащила из погреба. И теперь можно будет их посадить. Глубина ямки 30-40 сантиметров. Клубни мощные, поэтому их надо закрыть. И высота растения 1,30-1,50 м. Для того, чтобы растение хорошо развивалось, в ямку лучше всего положить немного или перегноя, или минерального удобрения. И, конечно, хорошо полить. Опоры никакой не надо. Растение мощное, красивое, цветет красным цветом. Это канна. После того, как выкопали ямки, полили, положили удобрение, можно начинать складывать в ямку корневище. Чтобы куст был мощный, можно положить побольше. Клубни красивые. И затем засыпаем землей, хорошенечко поливаем. Итак, немножко утрамбовали землю, убрали все, что не нужно, и хорошенечко полили, оставив небольшую лунку.